В Москве в парке Горького завершился 10-й юбилейный городской выпускной. На нем побывали 39 тысяч человек. В этом году ключевые темы праздника – первые и наставники. Выпускников вдохновили историями успеха известных людей, чьи открытия вошли в историю развития цивилизации. Ребята посмотрели выступления более чем 70 популярных артистов, цирковое шоу на Пионерском пруду, участвовали в состязаниях на спортивной и киберспортивной площадках и посетили различные интерактивные зоны. Праздник раскинулся на территории более 20 квадратных километров. Известные артисты выступили для молодежи на сцене у фонтана. На набережной прозвучали сеты известных российских диджеев. А для тех, кто сопровождал выпускников, был организован концерт классической музыки. В постановке мероприятия было задействовано более 800 человек. Свой главный школьный праздник выпускники отмечали до 6 утра.